День соседей шагает по Люберцам. Еще одной площадкой празднования стал двор на улице Лорха. Для жителей организовали развлекательную программу с играми и конкурсами. На празднике в Кореневе побывали и мы. Зажигательно и весело начался праздник добрососедства во дворе 15-го дома по улице Лорха. Хорошее настроение и яркие эмоции подарили жителям музыкальные номера творческих коллективов Красковского культурного центра. Для многих праздник был неожиданным, но все с удовольствием провели время в кругу соседей. Мне очень тут весело, очень зажигательно, очень ярко. Ну, наверное, очень песни нравятся, я люблю танцевать. Все знакомятся, все здорово, потрясающе, и дети радуются. Спортивные состязания, анимационное шоу и конкурсы для детей. Этот праздник жителям Коренева организовали управляющая компания «Содействие» и депутаты. Замечательное настроение, много людей. Очень здорово, что такие праздники проходят во всех дворах нашего городского округа. Люди действительно могут познакомиться, пообщаться и какую-то трудную минуту, возможно, поддержать друг друга. И нам, как депутатам, это тоже очень важно. Мы приходим пообщаться с жителями, возможно, получить какой-то наказ. Отмечать День соседей во дворах стало доброй традицией в округе. Такие праздники объединяют и оставляют яркие воспоминания. Все нравится. Очень весело. Нужно почаще таких мероприятий проводить. Я прям за. День соседей объединил более 200 жителей микрорайона. Завершился праздник чаепитием со сладкими угощениями в теплой дружеской атмосфере. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.